Olena, you won the bronze medal in Sydney, then you won the silver in Shanghai, and now you've just won the gold medal. How are you feeling? Я чувствую себе прекрасно. Каждое соревнование я набираюсь опыта, и с каждыми соревнованиями я повышаю свою квалификацию и с третьего на второе, на первое. И поэтому, возможно, у меня опыт накапливается, и у меня лучший результат становится. What can you say is the reason for such a great season? Я много отдыхала в этом году. Наверное, это лучшие тренировки. Ну, говорят, что тренировки лучший отдых заменяет там несколько месяцев тренировки. Это, наверное, в этом году это очень актуально для меня. Will we be seeing you in Munich? Нет, в Мюнхене не буду. Наверное, достаточно хорошо закончить эти соревнования и немножко отдохнуть перед чемпионатом Европы. And do you have anything to say to your family or friends at home? Они за меня болеют, переживают, ждут всегда. И я думаю, что для них это тоже будет приятная неожиданность, когда я снова привезу медаль с этапа Кубка мира.